А перед началом этого видео я рекомендую вам зайти в мою группу ВКонтакте. Здесь вы найдете кучу всяких новостей. Новости, если не будет видео, тоже будут здесь. Подписывайтесь, я буду очень рад. А теперь смотрите видео. Всем привет, с вами Кулер. И сегодня мы продолжаем проходить карьеры FIFA 14 за Челси. Сегодня у нас матч Лиги Европы против Эстепад. Я такого клуба, если честно, ребят, извините, но не знаю. Просто две игры мы, к сожалению, проиграли. Это Манчестер Юнайтед. Я считаю, что до сих пор то, что это незаслуженная победа Манчестер Юнайтед вообще. Ну, а вот победа над Арсеналом, ну, блин, ну... Навешать это баджики, это я могу. Так что, ребят, давайте. Сегодня будем... Прям соберусь сегодня, прям... Извините. Соберусь сегодня. Оп. Тибо Куртуа. Так, ладно. Ну, это матч Лиги Европы. Мы, конечно, выпускаем самый свой основной состав, так как все-таки, наверное... Я хочу победу в этом матче, так как против функционали мы сыграли ничью. Не помню, с каким счетом, правда. Лава. Так им спокойненько, спокойненько начинаем. Спокойно, братцы. Так, спокойно. Не взрываемся. Лаб подключается. Давайте на весь. Лукаку 1-0. Ромелу Лукаку. С головы, конечно, но ребят, все мои соперники. Все, в карьере можно. Ладно. Ромелу Лукаку 1-0. Красавец. Так, хорошо. Атака Степац. Не знаю, давайте их пацами будем называть. Пац. Отпишите в комментариях, что это за вообще за команда, пожалуйста. Ну или я вообще, ну, или я, наверное, в интернете кто-то еще. Так, они тоже навешивают. Ван Дракси. Дракси как-то на клубе вот, ну, заиграл так правильно. Так, азарт подключения. Как проигрывает Дракси. Подхвати. Вы просто убойная позиция, я как? Почему ты не ударил? Поль Погба с левой. Ну, ребят. Не понимаю, почему Дракс, я нажимал, честно, нажимал, ну да, ладно, как. Шурле. Дракслер. Пытался ударить им, если честно. Так, ладно. Гильмартин? Ладно. Азар. Азар. А, не прошел Азар. Так. Ух, Погба. Что такое? Случилось, Погба. Так, пас на фланг. Где у нас Аспликуэт подежурит? Так, обманули Аспликуэту. Еще один навес. Дракслер. Ой, убойная позиция. Куртуа. Ой. 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 Ну ладно, ребят, меня сейчас очень сильно поперло на самом деле. То, что они не забили. Ну, это все-таки команда не такая топовая, как. Наверное, потому что все-таки. Ты топовые команды, я знаю. Лукаку. Так. И такой прессинг. Лукаку отбирает мяч. Лукаку пасует. Пас не удался. Хорош Дракслер. Левандовский. Дракслер, я думал, ты поверишь. Я думал, ты поверишь мне. Так, Лёва. Лёва. Что такое-то? Так, прессингуем. Включаем режим прессинга. Не ошибать, зря они это делают, потому что у меня тут центрбэк, Дракслер. Вот так, с такой убойной позиции промахнуть у кого. Так, ребята, я сейчас вернусь. Да, так, ребят, продолжаем. Ой, я микрофон не нацепил, ла-ла-ла. У меня микрофон был далеко, надо нацепить, ребят. Сейчас. Тогда давайте. Так, сейчас будет лишние шумы, возможно.
Лишний шум и будут, поправлю микрофон. Если вы слышите что-нибудь такое подозрительное, извините, пожалуйста. Жарко сегодня как-то. Даже я даже удивился. Вчера вообще у нас погода в Москве была плюс 15 градусов, дождь. Сегодня твою налево 20, я не помню, по-моему, 20 где-то 6 градусов. Солнце, не облачко. А вот Лёва выходит на убойную позицию. Пенальти! Конечно! Конечно, пенальти. А кто будет исполнять? Азар будет исполнять пенальти. У нас Азар лучше исполнит. Удар. Гол. Азар! Эден Азар. В прошлом сезоне я думал вообще, на самом деле, его продавать, потому что не приносил нам удачи и столько денег команде хранить на самом деле. Столько. А в этом году он прям разыгрался. Эден Азар. Да, это, наверное, все-таки символ нашей команды, поэтому... Как его продавать-то? Ман 2-0. Ну, ребят, да, команда все-таки, поймите, слабенькая. Так что? Не знаю даже. Азар, ну не допрыгнет. Так что, ну что уж тут говорить-то. А сейчас они, знаете, фигак возьмут. И забьют кучу голов. Лукаку. Шюрле. Вижу. Я увидел, конечно, но он нет. Защитите все-таки этой команды есть хоть какие-то. Так, хорош. Поль. На самом деле поле на позиции ЦОП использует немножко тупо, но у него защитные оборонительные скиллы хорошие. А теперь Юэн Драксер по левому флангу. Спешит. Оп. Ай, я пытался увести, ну ладно. Ромалу. Хорош. Ну успеть. Нет. Ой, а Поль Погба не нарушал? Нет, вроде. Дракслер. Убойная позиция. Дракслер. Ух, Дракслер. Что-то с языком не так. Ой, не допрыгнул. Ну никто не допрыгнул. Шюрле. Андре. Вот Андре Шюрле, он у нас тоже забивает какую-то атаку. Хороший футболист. И молодой, главное. У нас вообще молодая очень команда. Нет игроков 30 плюс лет в команде. А теперь Юлиан Дракслер. Это вообще такая звезда на самом деле. На самом деле звезда нашей команды, но это, наверное, все же два футболиста, таких у них звезды. Это Левандовский и Азар. Больше не будет. Ну или да и Луиза, если, конечно, можно считать. У! Я сам не ожидал такой передачи. Я хотел бы. Ну а теперь Левандовский решать. Да зачем слева Левандовский? Там можно было легко справа ударить. Же я ударил. Поль. Успел. Шюрли. Немножко косоватый пас вышел у Шюрли. А теперь песенка вратаря. Вратарь еле выбил. Перехват. И я чё-то дурак нажал переключить. Шюрлин другого игрока. Ладно. Окай. Атака. Давно у них, кстати, атак не было после той опасной. И... Азар не смог здесь развернуться. А ну я его не видел, на самом деле, там было очень трудно это делать. Ладно, первый тайм заканчивается. А, счет 2-0 в пользу нас. Мы ведем полностью по статье. Нет, точнее, 50 на 50, по-моему, владение было. Странно. Вроде бы я. Хотя нет, вообще не пойду. Приблизительно не владел мяч. А, и Драк, что это хитро выбили. Лукаку. Шюрле. Давид Луис. У нас Каликуэта. Каликуэта смещается. Не знаю, что сделать дальше. У меня закончилась мысля на этом. Лукаку, 6 голов в соревнованиях. Это да. Блок тоже забивает. Нас все забивают. Лёва! Лукаку вернуть. А, нет, Лукаку не пробьется. Даже со своим стрельжем. Лёва! Да блин. Как бы уже замах делать. Наверное. Наверное, ребят. Так, а сплику это.
Аспик это. Ой. Нет, тут варан. Варан, тут включается к атаке. Бежит по левому флангу варан. Ай! Как варан беги защиту? Ай-яй-яй, сейчас я могу за это. Ну ладно, ладно. Давай Льюис. Ух ты. Какая филигранная передача на Леву. Лев ничего не смог сделать. О, Брайан. Так, хорошо. Поль. Чуре, хорош. А теперь так резко. Так, Лукаку. Лукаку, Лукаку. Оп. Ай, ну, что такой пас плохой? Лукаку. Так, хорошо. Атака соперника. Я не могу еще это мяч у них мяч. Они прорываются по левому флангу, сейчас будет навес. Знаешь, штрафную площадь. Нет, варан. Юлиан Дракслер. Отличная. Нет, плохая, ужасная передача. Я подумал, там туда мяч немножко полетел. Дракслер не очень списался в нашу команду. Дебрюли намного лучше играл. На самом деле. Но, не знаю даже. Надо посмотреть на его статистику после этого матча, наверное, все-таки. Оливий. А Давид Льюис. Так, Тибо. Аза не выиграет голову. Пас хитрый, но лаба. Лукаку. И туда выдать. А, ну. Так, туда. Лёва. Лёва. Лёву просто съели. Лёва! Наш мяч. Наш. Да, зря, конечно, я ударил всё-таки. Ну ладно. Так, что там тренер говорит с моим ребятам? Куда я выкинул? На Лукаку. Стик. Честно, стик на Лукаку держи. Хорош. Чурля. Выдай. Плохая. Ну ладно, это на самом деле была вообще практически идеальная вот эта передача. Ну как сегодня целый матч старается, но у него ничего не получается. Ладно, давайте сделаем что-то замены. У них после той атаки ни одного удара поворота. Меня Драксель пусть идет, пусть будет Оскару, не знаю даже. Может быть, кстати, Оскара попробовать поставить на пару матчей. Так, выбивает. Он должен Дэйдлиз выигрывать. Лукаку. Азар. Азар отбирает мяч. Но Азар стремится в защиту, чтобы отобрать его. Алаба. Неточную передачу делает. И как-то вообще мячик умудрился пройти сквозь наших футболистов. Да вот... А! Какого фига творится? Так. Что-то какие-то они... Щит врубили. Какой-то вообще. Так, ладно, Юлиан Дракси, прощай. С полем. Вот смотрите, я отбираю мяч, а все равно мяч у них. Поль. Поль Погба. Вот. Это что за хрень творится? Заброс, Дэвид Льюис, ну хоть так. Лукаку. Развернуться. И выдай. Оскар. Оскар. Я пытался закрутить, да. Не получилось. Да. Но Оскар красавчик. Красавчик. Что еще ему сказать? Ему нечего больше сказать. Он красавчик. Фу, хотя я зараз под эту головой. Дэвид Льюис. Назад скин. Нет, только угощаю. Мертвая ситуация. Варан. Да какой хреновую передачу Шури получился. Ладно, ой. Ладно. Без паники вообще никакой не должно быть. Сплику это. Выдай. Не получилось выдать.
Спиликует. Орут. Андре. Шурле. Ай! Защитники, дриблеры! Варан. А теперь опасно, лаба. Хорош. Оскар. Левандовский. И Оскар открывается. Оскар сам не убежит, но на Азара смогут пацаны. Не понимаю, куда я пас даевал. Я сам, честно говоря, секунду догадываю. Чё такие все у меня пасы хреновые сегодня дают? А, ребята? По идее, там 90 пасы у каждого. Положение не игры! Я так ору сегодня. Прикольно. Так, ладно. Алаба, выдай! Сава. За. Ну давайте. Главой еще один получаем. Давайте схитрим. И Шурли прям под удар! А, так, ребята, нужно поправить наушник мне. Ну все, ребята, выиграли мы этот матч со счетом 2-0. Не очень трудный матч. Азар и Лукаку забили сегодня. Один сюда раз 5 створ. Алаба игрок матча? Да, Алаба. А, ну он голевую передачу выписал. Да. Фух, ладно, ребята. Хорошо. PSG 2-0 там у кого-то тоже выиграл. Что Гарри Кейхилл? Не у тебя в стартовом составе. Ну, Гарри, извини. Ладно, давайте, ребят, я обещал посмотреть статистику. А так, нет. Неправильно, статистика команды Челси. Забитым голам. Юлиан Дракслер 2 гола, 2 голевые передачи за 6 матчей. Хотя нормальная статистика. Ну хотя у Роберта Левандовского 3 матча, 5 голевых передач. Что за стата? Что за статистика? У нас Рада Торрес забил один, Поль Погба забил один. А вот эти все ребята не забивали. От голевых передач Рафаэль Варан выдал. Голевые передачи Роберт Левандовский. Ромелу как у меня за... Нападающие, блин, передачи выдают. А если статистика... Нет, не Кристал Пэласа, а... Можно посмотреть статистику? Да, можно. Не, да, не хочу смотреть. Вот. Копа Европ. Чемпионс. Вот, Лига Европы. Лига Европы. Я просто хочу... Я от меня просто честно. Интересно очень. Где наши? Челси. А вот Челси, я его что-то пропустил. Так, голевые передачи. Тут Лукаку. За 3 матча 4 голевые передачи, 2 забитых гола. А по голам Левандовский, Лазар, Лукаку. А, ну Дракслер, в общем, нормальная статистика так-то. Ладно, ребят, с вами был Кулер, подписан на канал, ставьте лайки, не ставьте дизлайки, оставляю комментарии. Все ваши нюансы, обязательно их исправлю. До свидания, до новых встреч.